В Ленском отделении УМТС улучшили открытую площадку для хранения тарных нефтепродуктов. Раньше песчаный грунт затруднял перемещение тяжелой техники. На 6000 квадратов дорожники уложили плиты. Теперь сотрудники могут использовать все пространство, работать на грузоподъемной технике и оперативно размещать продукцию на хранение или отгружать ее заказчикам. Зимой планируем эксплуатировать данную площадку в части хранения контейнеров с такой группой номенклатуры, как масла в бочкотаре, для улучшения переработки качества хранения данной продукции. Весной специалисты МУАД проверят, как дорожные плиты пережили низкие температуры. Площадку подготовят к следующей навигации. Напомним, работы проходят в рамках программы по улучшению складского хозяйства в отделениях УМТС.